Сегодня, как сказал президент, особый день в истории наших отношений, отношений белорусско-туркменских. Мы даем старт строительству комплекса зданий посольства Туркменистана в Беларуси. Подтверждаем уверенность в долгосрочном характере нашего сотрудничества, нацеленность на его развитие и углубление. Совместная закладка капсулы символизирует новый качественный этап взаимодействия Туркменистана и Беларуси. Если хотите, я знаю давно президента, его решение о строительстве этого фундаментального комплекса в Минске – это окончательное решение, это доверие нашему государству и доверие нашим отношениям. Дружба между нами, и Родина становится сильнее!